Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий совместно с депутатами городского округа Люберцы встретился с инициативной группой жителей. Они обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с экологией, работой торговых объектов, а также деятельностью управляющих компаний. Подробности далее. Палатки, которые около 24-го дома, торгуют в ночь спиртным. И у них лицензия есть? Нет, нету. Эта проблема тревожит многих, кто проживает в домах 24 и 26 на улице Южная. Киоски, где в ночное время продают спиртные напитки, зачастую становятся местом притяжения шумных компаний. Жители просят приостановить незаконную торговлю. Есть вторая палаточка у нас. Мы берем улицу Строителя. Она также ночная, и там продается табак, то же самое. Очень часто недобросовестные водители останавливаются вдоль дороги, чем создают угрозу для движения, для пешеходов. Вы можете кого-то послать, сделай закупку и на телефон заснять. Пришлите, и я разберусь. Вопросов и обращений много, так же, как и идей по празднованию предстоящей круглой даты. В следующем году люберцам исполняется 400 лет. Жители городского округа предложили установить памятник Александру Барыкину на одноименной улице. Все замечания и пожелания, озвученные на встрече, приняты в работу. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.